Всем привет! И сегодня, уже даже вчера, произошло трагическое событие. Умер режиссер Джордж Ромеро, который по праву считается крестным отцом мертвых. И ему принадлежит создание жанра зомби в хоррор-индустрии. И вот такой вот трагическое событие. Болел режиссер раком легких и скончался в воскресенье. Это как сообщила Лос-Анджелес Таймс. Вот. И сообщение пришло через давнего друга режиссера, продюсера Питера Грюнвальда. Ромеро было 77 лет. Он умер во сне, слушая оценку одного из своих любимых фильмов «Тихий человек» со своей женой Сюзанной Ромеро и дочерью Тиной Ромеро. Это так, как сообщила семья режиссера. Вот. И, как я раньше сказала, Ромеро является создателем жанра зомби, который сейчас настолько получил широкое распространение, что очень много фильмов непосредственно сняты в этом жанре. И он является также режиссером фильма «Ночь живых мертвецов» 1968 года. И вот как раз сегодня пришло сообщение от Дмитрия Лаврова. Дима написал, что сделайте обзор на фильм «Ночь живых мертвецов». И у меня тогда еще не было информации о том, что режиссер скончался сегодня. Вот. И поэтому я, конечно, обязательно сделаю обзор на этот фильм с удовольствием в ближайшее время. И в этом проекте участвовали «Ночь живых мертвецов» 68 года. Участвовали будущие поколения кинематографистов жанра хоррор, такие как Топ Купер, Джон Карпентер, то есть, которые смогли реализовать в малобюджетных фильмах весь свой режиссерский талант именно в хоррор-индустрии. Очень много фильмов «Живые мертвецы», «Рассвет мертвецов» 78 года, «День мертвых», «Дневник мертвецов» в 2007 году, «Выживание мертвых» в 2009. И он также разрабатывал следующий сборник серии «Мертвые», который должен был стать «Дорогой мертвых» совместно с режиссером Мэттом Бирманом. И, конечно, Ромеро занимал одну из главных ключевых позиций, конечно, в хоррор-индустрии. И, конечно же, у нас останется пустота в наших сердцах, которую, соответственно, уже никто никогда не сможет заполнить. И, конечно, для нас он останется всегда, навсегда бессмертен, именно благодаря его творчеству, то, что он оставил после себя такое количество любимых нами фильмов, которые мы с удовольствием пересматриваем и, конечно, будем пересматривать. И многие эти фильмы стали уже непосредственно классикой жанра. И мои, конечно, соболезнования друзьям и родственникам Джорджа Ромеро. И мы все, соответственно, скорбим. Zombies cannot run. I say this definitively. As the grandfather or the godfather of zombies, zombies cannot run. So anyone who has a zombie running, don't listen to that person. Sometimes when you're here.